Добро пожаловать на «Расцвет пробуждения». Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Сейчас я нахожусь в Иерусалиме в студии телеканала ТБН «Россия». И у меня в гостях Виктория, президент ТБН «Россия». Она брала у меня интервью в сентябре прошлого года, а теперь она у нас в гостях. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо за приглашение на программу. Для меня большая радость служить вместе с вами, нашим русскоязычным зрителям. И не только. Я в большом восторге от помазания на вас и на вашей семье, и от вашего сердца, которое желает достигать людей. Для начала я хотел бы узнать, как Христос пришел в вашу жизнь. Вы же родом из Советского Союза. Как же была жизнь тогда, когда вы приняли Иисуса? Я думаю, Бог всегда ищет людей, которые просят Его о чем-то. Я жила в обычной советской семье. Мой отец был военным офицером. Конечно же, он был коммунистом. И он следил за тем, чтобы его солдаты были настоящими коммунистами. Каждые 5 лет мы переезжали в новое место. Так что я пожила на юге, на западе, а потом мы переехали в Мурманск. Там 9 месяцев в году, полярная ночь. Мои одноклассники казались мне сумасшедшими. Мы переехали в Мурманск, когда мне было 12. А через год одна из моих одноклассниц родила ребенка. Это было полное безумие. Именно в это время я впервые воззвала к Богу и попросила Его помочь мне, потому что я не видела никого, кто мог бы помочь юной девушке в то время в том темном месте. И Бог начал отвечать мне. Когда мне было 16, я уехала из дома, чтобы учиться в Ярославле. Через год после этого Советский Союз официально распался. Также рухнула коммунистическая идеология, и начала появляться новая информация о каких-то восточных философиях, религиях и других духовных вещах. У меня было множество вопросов, как и у многих других подростков. И я поняла, что Бог есть любовь. Любовь Агапы. Это было очень интересно, но в то же самое время я осознала, что не имею этой любви. Она была мне так нужна. Я училась в училище искусств, и все картины, все произведения и культура — это лишь представление людей о том, кто такой Бог. Многие из классических произведений искусства — это воспроизведение Библии, иллюстрации к ней. И мне все это казалось очень любопытным. Затем я поняла, что могу встретить Бога в моей жизни. Не просто после моей смерти, а прямо во время моей жизни. И я воззвала к Нему. Я верю, что именно Он вложил в мое сердце глубокое желание встретиться с Ним. После окончания училища искусств я переехала в Санкт-Петербург, чтобы учиться в Академии искусств. Мои друзья по Академии уже ходили в церковь на тот момент. Они пригласили меня на молодежную группу. Мне было действительно очень интересно, потому что я думала, что только бабушки ходят в церковь. И я пошла, потому что мне было любопытно, кто же ходит в церковь. На первом же собрании я приняла Духа Святого и была крещена Святым Духом.
И это был один из самых удивительных дней в моей жизни. Это полностью изменило мое сердце. Прекрасно. Да, я чувствовала себя другим человеком, с новыми желаниями и новыми возможностями. Это было нечто удивительное, сверхъестественное прикосновение. Аминь. Да, не стоит пренебрегать человеком только из-за его возраста. Люди говорят, это всего лишь детское служение или это всего лишь молодежка, и они там веселятся. Но видно, будто бы Бог следовал за вами по пятам. У вас были вопросы, и Он довел вас до того момента, где вы наполнились Святым Духом. Господь отметил вас еще тогда, и посмотрите, чем вы занимаетесь сегодня. Бог делает удивительные вещи через вас. А как началась ваша история с телевидением? Сейчас вы делаете столько всего для славы Божией. Когда вы приняли Иисуса Христа, какими были ваши следующие шаги, которые привели вас к тому, чем вы занимаетесь сегодня? В церкви я вышла замуж за прекрасного человека. Он был пастором церкви. Я бы никогда не подумала, что он будет моим мужем. Но он им стал. Это удивительно. На тот момент для меня было очень важно, чтобы мужчина, которому я смогу довериться, знал Бога и был ему послушен. Два основных пункта — знать Бога и быть ему послушным. И это не одно и то же, но это все очень важно. Да, некоторые люди знают, что нужно делать, но не делают этого. Верно. Поэтому перед вступлением в брак я все тщательно проверила. Я спрашивала Бога, я молилась и получила Его ответ. Мой муж был человеком видения и человеком действия. Я очень благодарна Богу за то, как он с ним работал. Вначале он был пастором церкви, и в то же самое время он вел еще несколько церквей в Сибири и других местах. Он был епископом над группой церквей. Также он молился о будущем России. Мы поженились в 1997 году. И всего через 3 года в Россию пришло новое тысячелетие. Бог положил ему на сердце видение о новой эре, в котором Слово Божье сможет достигать всех через средства массовой информации. Он понимал, что церковь не использовала эти средства в достаточной мере. И он получил откровение из Евангелия от Матфея, 5 глава, 12-16 стихи. Эти слова о свете и о том, что мы должны поднимать его наверх, на вершины гор, чтобы он светил отовсюду. Именно этого Бог хочет от церкви и от каждого христианина. Затем Бог показал нам еще одно видение о том, что христианское телевидение должно быть таким, как Иосиф, который сохранил хлеб для голодного времени. Он сказал, что тогда у нас будет такая же сила, какая была у Давида, когда он сражался с Голиафом. Он сказал, «Вы можете считать себя маленьким, плохо вооруженным парнем, но я с вами». Это было слово от Бога. Слава Богу! И это слово и видение стало основанием нашего служения.
Да, все начинается с видения. Бог дает видение, а потом говорит о будущем. Но зачастую в самом начале мы не знаем, как исполнится это видение. Я правильно понимаю, Виктория? Верно. Бог показывает большие планы. А вы думаете, как я смогу это сделать? Я и сам очень хорошо знаком с этим. Бог начинает говорить с вами и показывать вам что-то. А когда вы рассказываете об этом другим людям, они говорят, что вы сошли с ума. Да, у нас тоже так было. Даже я думала, что мой муж сошел с ума. Но у него я научилась тому, что даже если вся картина кажется безумием, и вы понимаете только один или два шага, делайте хотя бы это. Мне хотелось видеть на 10, 20 или 100 шагов вперед, а также иметь планы и ресурсы, людей и деньги. Но у нас не было ничего, кроме благословения. Вы получили видение и слово от Бога, а потом был долгий путь. Когда же начал работать ваш телеканал? В 1999 году, за год до наступления нового тысячелетия, все пасторы и служители нашего объединения благословили эту идею и наши первые шаги. Мы заручились поддержкой нашего Господа. То есть прошел уже 21 год. Да. За это время Бог сделал много всего невероятного. В прошлом году я тоже приезжал в Иерусалим, и мы видели столько чудес. Многие люди были исцелены, спасены и освобождены. Также наша программа каждую неделю выходит на ТБН «Россия». Это факт. Жизнь людей меняется. А начинается все с видения. Это очень важно. Не стоит пренебрегать силой видения от Бога. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, а потом продолжим наш разговор с Викторией. Увидимся через минуту. Не уходите! Мы снова в студии, говорим с Викторией о том, что сделал Господь. Виктория, расскажите нашим телезрителям, как телеканал изменился с того момента, когда у вас было только лишь видение. И вот прямо до сегодня. Что произошло за эти долгие годы? Это ведь поступательное движение. Нам очень интересно. Это было безумное путешествие, но также это было удивительно. Потому что если вы доверяетесь Богу и действуете вместе с Ним, Он принесет в вашу жизнь множество друзей. Людей, которые смотрят на жизнь так же, как и вы, и действуют с таким же сердцем, с таким же видением. Шаг за шагом мы искали таких людей, и они приходили к нам. Бог приводил их сверхъестественным образом. Бог дал нам прекрасных партнеров, таких как CBN и ТБН из США,
Мы обращались к ним как к старшему брату. Это была мощная сверхъестественная поддержка, за которую мы, безусловно, благодарны. Забавно, что вы упомянули об этом. Я помню, что когда я приехал в Америку в декабре 2000 года, то весь последующий год я много смотрел ТБН. И они часто говорили о том, что у них открылась станция в России. Также они рассказывали и о том, как Господь двигается в вашей стране, в России. На тот момент мне было 17 лет, и вот сегодня я здесь. Да, это удивительно. Телевидение — это видимая часть. Это то, что люди видят. Но за телевидением скрываются молитвы тысяч людей, а также миссия. То, что мы делаем для верующих и вместе с верующими. В то же самое время мы помогаем людям в тюрьмах, в детских домах. Мы помогаем социально обездоленным. Мы сотрудничаем с многими церквями. Это прекрасно. Да, это правда. Они — наша правая и левая рука. А еще мы видим, как Бог приносит россиянам лучшее слово с лучшим помазанием из разных уголков мира, из Азии, из Соединенных Штатов Америки, из Европы, с Ближнего Востока. Лучшие проповедники с прекрасными сердцами, горящими для Бога, которые хотят достичь весь мир. Очень часто мы встречались с ними удивительным, порой сверхъестественным образом, а потом принимали решение и договаривались молиться и двигаться вместе, чтобы благословлять Россию. Около 117 народностей живут в России. Тут очень много разных народов, как, например, якуты, финны и многие-многие другие. Да это же невероятно! Это невероятно, но тут очень много разных народов. Все хотят достигать этих людей. Россия — самая большая страна в мире. Но после распада Советского Союза 350 миллионов рассеялись по всему миру. Ого, 350 миллионов русских рассеялись буквально по всему миру? Да. Сейчас в России проживает около 144 миллионов человек. Следовательно, остальные 200 миллионов живут еще где-то по всему миру. То есть русские есть везде. И я считаю, что русские — это ключевые люди. Они достигают людей везде, где они проживают и где появляются. Потому что в их генах есть эта особая энергия. И они очень ревностны во всем, чем они занимаются. И в духовных вопросах тоже. Я знаком со многими русскими. Да, даже здесь, в Израиле, каждый пятый здесь говорит на русском. Потому что более миллиона русских евреев выехали из Советского Союза. И все они живут здесь, в Израиле. Невероятно. Помню, как я впервые приехал в Санкт-Петербург. Мне сказали, что там я достигаю многих людей, поэтому я решил съездить туда. Затем я увидел планшет ведущего, в котором были молитвенные просьбы из Австралии, Нью-Йорка, Украины и многих других стран. Я подумал, как же невероятно распространяется слово и достигает стольких людей. Да, это так. В церкви очень важно осознавать, что мы живем в другое время, и Бог дает нам возможность проповедовать Евангелие массам просто через камеру. Это просто невероятно. Может, у вас есть какая-то история, которую вы хотели бы рассказать? За эти годы вы прикоснулись к жизням многих людей. Но может, у вас есть какая-то история о том, как ваш телеканал или какая-то программа изменила жизнь какого-то конкретного человека? Такие истории случаются каждый день. Некоторые люди даже не могут написать нам через телефон, потому что у них нет смартфонов. Они пользуются только старыми телефонами, и они смотрят нас через спутник или через кабельное телевидение.
Молодое поколение смотрит нас через приложение. Это здорово. Меня особенно впечатляют свидетельства с севера России, где практически нет ничего, включая дороги, но слава Господу, есть спутниковые тарелки, и люди могут получать назидание, получать Слово Божье. И вот совсем недавно человек с Дальнего Востока написал нам, что он из маленького поселка, и люди там смотрят ТБН, ТБН Россия. И они очень благодарны нам, потому что они были в серьезной алкогольной зависимости, но Бог прикоснулся к ним и спас их. И все благодаря телевидению. Они даже не могут написать нам сообщение, они присылают нам письма обычной почтой. И так мы узнаем такие удивительные истории. Меня это очень благословляет. Да, иногда мы служим по телевизору и понятия не имеем, кого это сейчас касается. Эти люди пишут обычные письма. Мы думаем, нужно запостить что-то в Инстаграм или отправить имейл. А они пишут письма о том, что они приняли спасение. Невероятно! При том, что наша почта работает куда хуже, чем в США. Письмо может идти несколько месяцев. Любопытно, что мы достигаем обычных людей, когда у них есть свободное время, а деловых людей мы достигаем, когда они в отпуске где-то в Средиземноморье или Азии. У нас много замечательных свидетельств из Таиланда, Бали и других мест. Слава Богу, это невероятно. Обычно деловые люди всегда очень заняты. Им некогда смотреть. Да, а в отпуске они скучают по России, по российскому телевидению. Они ищут русские каналы, и Бог использует это. Невероятно. Как прекрасно это слышать. А где вы видите себя в телевидении в будущем? Что Бог говорит вам, к примеру, об этом годе? Что Бог положил вам на сердце о будущем телеканала ТБН Россия? Поделитесь. Я мечтаю о том, чтобы весть о спасении разошлась по всему миру. Я молюсь о новом поколении работников, посланников и ведущих. Я верю, что каждый из нас может достигать больше, чем мы можем представить. С Господом это возможно. Если вы знаете Бога, если у вас есть призвание, то просто начните делиться с друзьями и другими людьми. Думаю, молодым людям очень важно иметь свой собственный опыт с Богом. Знать на личном опыте, что Господь добрый, что Он благой, что Он любит улыбаться и смеяться, это правда. И знаете, я думаю, что юмор — это один из способов достижения молодых людей, это правда. Аминь. Да, это прекрасная идея. Думаю, церковь ожидает еще много работы. Телевидение и интернет. А сегодня эти сферы очень часто переплетаются между собой. Думаю, Бог специально это придумал, чтобы мы могли достигать еще большего числа людей. Наша программа приближается к своему логическому завершению. Время летит очень быстро за интересным разговором. А чтобы вы посоветовали молодым людям, которые смотрят нас сейчас. Они уже знают свое призвание, но, к примеру, не знают, каков их следующий шаг. Что вы посоветуете им из личного опыта? Все начиналось с ваших детских вопросов Богу, ну а сейчас вы возглавляете большое служение. Виктория, что вы можете лично посоветовать молодым людям, исходя из вашего опыта? Как я уже говорила, лучший способ достигать людей и своего призвания — это задавать вопросы самому себе. И, конечно же, Богу в первую очередь.
Очень важно иметь эти ответы от Бога и из Библии. Это станет прекрасным фундаментом для вашей жизни, и это поможет другим. Мне очень нравятся слова Павла, кажется, из первого послания к Тимофею. Он пишет, что вы должны познавать себя и Бога, и, делая так, вы спасете и себя, и других людей вокруг вас. Для меня это ключ к успешной жизни для представителей любого поколения. Это ответ. Познавать Бога, познавать себя и иметь любовь в своем сердце, чтобы делиться ею с другими людьми, благословлять друг друга именем Господа. Это большая привилегия. Да, аминь. Слава Богу. Надеюсь, вас вдохновила эта история. Большое спасибо за интервью. Нам очень нравится работа, которую вы делаете. И славим Бога за вас. Пусть эта история вдохновит и благословит вас. Пусть свет Евангелия светит везде, где бы вы ни были. Это был очень интересный разговор с сегодняшним гостем. Спасибо за то, что были с нами сегодня. Пусть Бог благословит вас. И увидимся в следующем выпуске. Аллилуйя. We'll be right back.